Шавуа Бешалах. Бавакаша, кху это Танахи. Мы находимся в недельной главе Бешалах. Откройте ваши Библии. Исход 13 глава. Кому нужен Танах? Шемот, 13 глава. Исход 13 глава. Пожалуйста, открывайте и следите за текстом вместе с нами. Барехот Адонай Меворах. Барух Адонай Меворах Леолам Ваэд. Барух Адонай Меворах Леолам Ваэд. Барух Ата Адонай Элоэн Мелех Аолам. Ашер Бахар Бану Микола Амим Венатан Лану Эт Торато. Барух Ата Адонай Нотена Тора. Ваихи Бешалах Паро Эт Аам. ולא נחם אלוהים דרך ארץ פלישתים כי קרוב הוא כי אמר אלוהים פן ינחם העם בראותם מלחמה ושבו מצרימה ויסף אלוהים את העם דרך המדבר ים סוף וחמושים עלו בני ישראל מארץ מצרים ויקח משה את עצמות יוסף עמו כי אשביע את בני ישראל לאמור פקוד יפקוד אלוהים אתכם ועליתם את עצמותיי מזה איתכם, ויסעוהו מסוכות, ויחנוב אתם בקצה המדבר. ואדוני הלך לפניהם יומם, בעמוד ענן לנחותם הדרך, ולילה בעמוד אש להאיר להם, ללכת יומם ולילה. לא ימיש עמוד ענן יומם ועמוד האש לילה לפני העם. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר נתן לנו תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכנו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. Я сегодня сделаю толкование из недельной главы. Потом мы будем слушать проповедь, Женя приготовил. Но сначала я хочу прочитать то, что Влад прочитал на русском. И я хочу вас всех воодушевить, чтобы вы слышали иврит. אני לא חושב שבכלל קיימת שפה אינפורמטיבית כזאת כמו עברית. במיוחד שמדובר בדבר אדוני. Я не думаю, что еще существует такой информативный язык, как иврит, особенно если мы говорим про то, чтобы читать святые писания на нем. И было, когда отпустил Паро народ, то не повел их Бог по пути через землю филистимлян, ибо близок он. И сказал Бог, как бы ни решил на иной народ, видя войну перед собой, и не возвратился бы он в Мицраим. И Бог направил народ в обход путем через пустыню к Тростниковому морю. И вооруженными, снабженными всем необходимым для боя и перехода, вышли сыны Израилевы из земли Мицраима. И взял Моше кости Йосефа с собой, ибо Йосеф клятвенно наказал сынам Израиля, говоря, «Помянет вас Бог, и вы выносите мои кости отсюда с собою». И отправились они из Суккот, и расположились станом в Этам, на краю пустыни. А Господь шел перед ними в облачном столпе, чтобы направлять их в пути, а ночью в огненном столпе, чтобы светить им, чтобы они могли идти днем и ночью. Не отводил он столпа облачного днем, а столпа огненного ночью перед народом. А за ней руце латет кама шиурим к царим, Я хочу дать несколько коротких уроков, потому что мы прочитали и по недельной главе сегодняшней.
Я надеюсь, что у вас дома есть возможность в течение всей недели подготавливать себя и читать недельную главу. И хотя, может быть, для некоторых из вас это будет странно услышать, но я могу сказать, что в чтении недельной главы есть какая-то тайна, какая-то мистика. И вещи, которые мы проходим на протяжении недели, если мы читаем недельную главу, то для нас будет какое-то направление, какие-то указания в том, как нам правильно поступать. Я не знаю, как для других народов, но для народа Израиля Дух Святой участвовал в том, чтобы разделили Святые Писания на недельные главы. אז נקודה ראשונה, ואנחנו התחלנו, ולקח אלוהים עם ישראל בדרך ארוכה. И первое, первый пункт, который мы прочитали, это то, что Господь повел сынов Израилевых длинной дорогой. ואני רוצה לתת לזה כזה טופיק, אלוהים, כאילו, כל בן אדם, בכל זאת, הולך בדרך ארוכה. Я хочу назвать эту тему, что в любом случае человек идет длинной дорогой. И вы знаете, что у каждого, у многих здесь есть дети, и мы растим своих детей. И мы сами тоже когда-то были детьми. И мы всегда слышали от наших родителей такие слова: ты лучше учись на моих ошибках, чтобы тебе не делать своих собственных. И мы говорим: да, да, конечно. Но потом мы продолжаем идти своим собственным путем. И здесь я вижу здесь намек. Шестьсот тысяч человек. Это были люди сильные с оружием. Почему Бог не повел их коротким путем? Неужели действительно, чтобы они не убоялись войны на дороге? Кто мог стоять против них в то время в земле ханаанской? Я не думаю, что тогда в этом месте находилась китайская армия. С миллионной китайской армией. Но были маленькие какие-то племена там и здесь. И 600 тысяч человек могли просто стереть их. Но здесь была какая-то мудрость. Бог ведет их длинной дорогой. Почему? Чтобы, когда они пойдут длинной дорогой, чтобы все проблемы твоего характера могли выйти наружу. Чтобы ты мог научиться и получить, заработать те шишки, которые ты должен заработать. И подобное мы читаем в Новом Завете, в послании Якова. И мы знаем, что Иаков, брат Машеха Иешуа. Есть люди, которые говорят «младший брат». Есть люди, которые говорят «старший брат». Неважно. Но Иаков пишет, что когда ты проходишь искушение, не говори, что Бог искушает меня.
Но ты проходишь искушение из твоего внутреннего греха. Что здесь написано? И о чем нам написано в исходе 13 главе? Когда ты упрямый, ты получаешь удары. Если ты, конечно, не глупый, тогда ты учишься от этого. И ты возрастаешь в своем опыте. И в будущем, когда ты чувствуешь подобную ситуацию, ты тогда стараешься ее избегать. Это слово актуально только тем, которых избрал Бог. Потому что написано, что кого Господь любит, того Он наказывает. Но те, которых Он избрал, не тех, которых Он не избрал. Мы видим, что люди, которые совершают различные ужасные вещи, и они все-таки преуспевают в этом мире. Это не до самого конца. Будет суд для каждого. Поэтому, если ты проходишь сложные времена в твоей жизни, если ты уже идешь длинным путем, тогда каждый день проси у Бога и милости, и мудрости, чтобы ты мог научиться. И тогда ты это счастье с небес, это богатство с небес получишь внутри себя. Понятно? Я был достаточно ясным. Второй урок. Когда сыны Израилева вышли из Египта, они взяли с собой кости Иосифа, потому что он клятвою заклял их, чтобы они сделали это. Здесь есть много мудрости. И много есть толкования на эту тему. Толкователи говорят, когда Иосиф был в Египте, во-первых, у него было глубокое разочарование в своих братьях, которые продали его в Египет. Кто помнит этот рассказ? Но потом, так говорят толкователи, он сказал: «Я человек видения». Я устрою новую структуру в земле египетской. Мне не нужен Израиль. Я Йосеф, я еврей. И весь мир передо мной. И я в этом мире буду делать то, что я чувствую, и покажу свое величие. И Египет будет моей сценой. Зачем мне нужна эта маленькая ханаанская земля? И если думать по человеческой логике, то он прав. Но когда его отец и его братья пришли в Египет, тогда отец понял сердце Иосифа, и он почувствовал, что он совершает ошибку. Он сказал: когда я умру, поклянись, что ты похоронишь меня в земле ханаанской и не в Египте. И он даже себе взял двух сыновей Иосифа. Не для того, чтобы только одарить честью Иосифа, что твои дети как мои дети. Для того, чтобы прилепить сыновей Иосифа к земле ханаанской, не к Египту.
А потом со временем Иосиф, скорее всего, получил это откровение. И он понял, что евреи могут попытаться изменить мир в Каире, в Лондоне, в Нью-Йорке или в Москве, но они не преуспеют. Возможно, они достигнут успехов. Но дырка, место азув катан муль коля улам, коля йофи шела улам, Израиль. Но хотя Израиль, вот это вот просто дыра мира, которая не самая красивая, не самая успешная, но Бог избрал эту землю. И написано, что эта земля наречется самой высокой, самым высоким местом. Здесь евреи могут делать что-то, что повлияет на весь мир. И мы видим, как это делали Авраам, Моше и Мессия Иешуа. И Иосиф понял это. И он также заповедовал, сказал, что когда я умру, и вы выйдете, то унесите с собой мои кости, чтобы похоронить их в Израиле. Еще что-то интересное. Мы помним, что народ Израиля выходит из Египта. И они подошли к Красному морю. Они стоят на берегу Красного моря, и вдруг фараон пробуждается от своего сна. И он говорит: «Вау, мы пережили удар с небес из-за этих евреев. Вчера я был слабый, я их отпустил. Но сейчас я опять сильный. И они обокрали нас, украли у нас золото». Помните, да, что было там? Давайте мы поймаем их, отомстим. И они сорвались в путь и погнались за Израилем. И в Исходе, в 14 главе написано. Я хочу прочитать несколько стихов. Одну секунду. Они кореми пасук эсер. Я читаю с 10 стиха. И Паро приблизил себя, и подняли сыны Израиля свои глаза, и вот Мицраим движется за ними, и устрашились они очень, и громко взывали сыны Израиля к Господу. Как написано в синоидальном 10 стих? 10. 14:10. Да. Фараон приблизился, и сыны Израилевы оглянулись, и вот египтяне идут за ними, и весьма устрашились и возопили сыны Израилевы Господу. Здесь написано в синодальном переводе египтяне, они увидели египтян, а в оригинале на иврите написано, они увидели Египет. Мицраим. Они увидели Египет. Что значит Египет? Есть толкование и по этому вопросу тоже. Возможно, Египет, это имеется в виду люди египтяне, это были египтяне. И перевод на русском языке, он правильный. Или на других языках. Но
Но есть такое мнение, что они увидели ангела, который представляет Египет. И этот ангел гнался в своем месте за израильтянами для того, чтобы отомстить им. И здесь я могу сказать, что и то правда, и другое. Потому что в нашей жизни иногда мы переживаем какие-то сложности с людьми. Но иногда мы боремся с сверхъестественными силами. И не всегда мы понимаем, что и зачем. Но в послании к Ефесянам Рав Шауль говорит очень ясно. Он говорит, что наша брань не против крови и плоти, но против начальств и сверхъестественных вещей. Я хочу сказать вам, община Шавей Цион, и все, кто смотрит нас в интернете, что в нашей жизни обычно мы ссоримся между людьми. Обычно все кажется очень естественным. В тебе что-то мне не понравилось, в тебе во мне что-то не понравилось, и мы здесь поссорились, и у нас напряженные отношения. Но очень часто есть силы, которые стоят за этой ссорой. И Иешуа дает нам возможность укрепиться в нем против всех этих невидимых сил. И в Иешуа имеет силу. И когда мы молимся и мы говорим: «Господь, Отец, я прошу Тебя во имя Иешуа», это не какая-то буддийская мантра, которую мы повторяем. Но когда мы обращаемся во имя Иешуа Мессии, который воскрес из мертвых и одержал победу над всеми сверхъестественными силами, тогда мы провозглашаем, что мы присоединились к его группе. Я хочу вас воодушевить в ваших молитвах использовать, молиться во имя Иешуа Мессии, молиться Господу Богу, который на небесах, во имя Иешуа Мессии. Особенно, когда вы поссорились с людьми. И вы думаете, что это просто так, человеческие разборки. Во имя Иешуа благословите этого человека. Молитесь, чтобы Господь принес мир с небес и разрушил все силы, которые стоят за этим. Вы увидите, как это будет работать. И вот недельная глава. Вышалах. Про наш народ, про все приключения нашего народа несколько тысяч лет назад. Но все эти вещи актуальны и сегодня. Если мы обращаем внимание и учимся из этого. Это понятно? Давайте встанем. Авину шебешамаим. Небесный. Я молюсь, чтобы ты среди нас исполнил твое слово. И чтобы ты помог нам учиться и слышать от того, что, учиться от того, что мы слышим.
И дай нам соединиться с теми благими вещами, которые ты дал нам. Не пропустить.